Всем привет, меня зовут Ярослав. Сегодня, 17 мая 2018 года, состоялся официальный запуск Apple Pay в Украине. Итак, давайте вместе разбираться, что это за технология, для чего она, как и на каких устройствах работает. Также я покажу вам пример настройки вашего смартфона для использования Apple Pay, а также как совершать покупки с помощью Apple Pay. Итак, поехали! Мы давно уже привыкли совершать покупки с помощью электронных платежей или пластиковых карт. А с приходом технологии бесконтактной оплаты совершать покупки стало еще быстрее, проще, а главное безопаснее. Ведь в таком случае для совершения покупки вам не нужно передавать карту непосредственно в руки кассиру, а достаточно просто поднести ее к терминалу. Соответственно, посторонние не смогут подсмотреть данные вашей карты. С сегодняшнего дня вместо вот такой вот привычной карты для вас вы сможете рассчитаться за ваши покупки с помощью вашего iPhone или Apple Watch. Оплата с помощью Apple Pay является абсолютно безопасной процедурой, так как во время совершения покупки данные вашей карты не передаются продавцу. Вместо этого для подтверждения транзакции используется некий динамический код безопасности. Также в вашем телефоне не хранятся оригинальные данные вашей карты, такие как имя и фамилия владельца, код безопасности, срок окончания действия и номер карты. Парк устройств Apple с поддержкой Apple Pay выглядит следующим образом. iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone 10, iPhone SE, Apple Watch. На телефонах, не оснащенных NFC, таких как iPhone 5, 5C, 5S, Apple Pay может использоваться с помощью Apple Watch. В этом случае оплата будет происходить без подтверждения сенсора Touch ID. Перейдем непосредственно к настройке. Тут у вас есть два варианта. Первый – добавление карты через приложение Apple Wallet. Второй – через приложение Privat24, в последней версии которого добавлена поддержка Apple Pay. Рассмотрим второй метод, так как в случае с фирменным приложением Apple Wallet много данных придется вводить вручную. А сканирование карты камерой не сработало вообще. Запускаем приложение Privat24. Выбираем нужную нам карту, жмем «Добавить в Apple Wallet», данные заполнятся автоматически. Нажимаем «Далее», ожидаем ответ от банка. Читаем пользовательское соглашение и принимаем его условия. Через несколько секунд появится сообщение об успешном добавлении карты в Apple Wallet. Теперь нажимаем «Перейти в Apple Wallet» для активации карты и дожидаемся сообщения, что карта готова. На этом процесс добавления карты окончен. Можно смело совершать покупки в торговых точках, оборудованных терминалами для приема бесконтактных карт. А мы отправляемся в ближайший магазин тестировать Apple Pay. Вот и все. Надеюсь, данное видео было вам полезным. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Подпишитесь и нажмите на вот этот вот колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. С вами был Ярослав. Всего доброго. До новых встреч.